Более 300 спортсменов приехали в Хабаровск, чтобы побороться за титул сильнейших боксеров страны. За 9 дней чемпионата России в Платинум-арене пройдут сотни боев. В спортивных залах региона мастер-классы от легендарных боксеров. Репортаж Ульяны Крамаренко. Московская область. Рязанская область. Зрители на Платинум-арене встречают участников чемпионата России по боксу 2023. Принять участие в нем приехали лучшие спортсмены из более чем 80 субъектов страны, от Калининградской области до Камчатки. Вместить всех одновременно на площадке невозможно. На приветствие к зрителям от каждого региона выходят по два спортсмена. Пока одни спортсмены представляют регион на сцене, за кулисами уже вовсю боксеры готовятся к выходу на ринг. Говорят, не волнуются, но активно разогреваются перед выходом. Первый бой, первый день соревнований, первый бой у меня. То есть надо войти в соревновательный режим, почувствовать ринг соперника. У каждого спортсмена своя стратегия. Однако тренеры стараются помочь советам, даже когда боксер уже на ринге и, возможно, не слышит наставлений. Хорошо. И вот здесь подтягивайся. И вот здесь. Вот так. Хорошо. Чемпионат России по боксу на Дальнем Востоке проходит уже второй год подряд. Такой выбор не случайен. Федерация бокса России занимается популяризацией этого спорта в ДФО. На мастер-классы приглашают боксеров с мировыми именами. Чемпионат в Хабаровске не исключение. Здесь соцветие олимпийских звезд всех. И по профессиональному боксу, по олимпийскому боксу мы бокс не делим. То есть огромная-огромная семья. Многих мы даже и в Москве редко видим. Но то, что они сейчас здесь, в Хабаровске, и то, что они здесь посетят школы, и детские дома, и очень много проведут показательных выступлений, мастер-классов, это тоже вклад в копилку развития вообще спорта в регионе. Сейчас в Хабаровском крае боксом занимается более 4000 детей. Ежегодно открываются новые спортивные центры. Для боксеров в крае их уже больше 30. Только в этом году на территории города Хабаровска было открыто около 3 залов, оборудованных по последнему слову техники. Мы с вами в городе Комсомольске буквально в ближайшее время вводим региональный центр – дворец единоборств. У нас сегодня уже функционирует в городе Хабаровске большой комплекс «Центр развития единоборств города». Чемпионат России по боксу в Хабаровске будет идти всю эту неделю. Самые яркие финальные бои, куда попадут сильнейшие боксеры со всей России, пройдут 25 и 26 августа. Вход на Платинум-арену для болельщиков свободный. Ульяна Крамаренко, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».